Чья сборная решила вывести из строя Роналду? Сейчас это вопрос номер один. И даже колдун из Ганны заявил, что именно он несет ответственность за травму нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Но не сказал главного. Зачем? Нана Кваку Бансам заявил, что 4 месяца назад он уже говорил, что не допустит поездки Криштиану на Мундиаль. Сегодня у него будет болеть колено, завтра заболит бедро, потом еще что-то. И ни один врач не вылечит Роналду. Африканец считается самым влиятельным колдуном Ганны. По рассказам самого Бансама, порчу на футболиста он навел с помощью отвара из листьев и особого порошка, посланного ему богами. В конце мая у Роналду действительно воспалилось подколенное сухожилие. Из-за этого повреждения форвард рискует пропустить чемпионат мира в Бразилии, где в групповом раунде Португалия сыграет со сборными США, Германии и как раз-таки Ганны.